Лучший подарок – это подарок, сделанный своими рабами. Так, ну, вы все сказали Коле, что вы не придете. Правильно? Да. Все? Да. Коля, сюрприз будет, обрадуется. Так, давайте договоримся. Мы сейчас все прячемся. Так. Прячемся. Коля заходит, я кричу «С днем рождения!» Дую в дудку. И под этот звук вы все «С днем рождения!» Сюрприз. Все? Тань, можно я в туалет схожу? Нет, сейчас Коля придет, терпи. Я вам салатик принесла. Ой, это кукушкина шалость. Нет, это кукушкина радость. Кукушкину шалость я маринованные огурчики кладу, а сюда я добавила манго. А, как вкусно пахнет. Подожди, я сказала, Коля еще не пришел. Пойдем прятаться. Давайте, давайте, прячемся, все прячемся. Максим Ярисович, ну, подождите. Как же вы под стол? Вы же начальник, может, как-то там за диван, я не знаю. Да ты знаешь, Галина, я ведь в свое время с самых низов поднялся на самый верх. И при этом мне никто никогда не помогал. Но я всегда оставался с коллективом. Поэтому я с вами. Я под стол. Ну давайте, только осторожно. Идет, Коля, идет! Идет, Коля, все, спрятались. О, Коля, с днем рождения! Какой день рождения? Нет у меня друзей. Что? До 45 лет дожил, друзей не нажил. Всех обзвонил, никто не придет. Ну, как не придет? Ну я же пришла. А ты не друг, ты жена. Тебе просто ночевать негде. А что ты ко мне в друзья-то стала набиваться спустя 20 лет? Что раньше-то? 20 лет назад я тебе говорил, давай поживем, не будем расписываться как друзья. Все поздно, нет у меня друзей. Вот правильно, правильно говоришь, поезд ушел. Вот эта поговорка, она не работает. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Почему? Потому что я не гнида. Я к своим друзьям всегда прихожу, даже если у меня подарка даже нет. Коль, ты всегда приходишь без подарка. Потому что я не гнида. Подожди, а может быть, прямо они вот сейчас уже, вот-вот... Сдохнут! Был бы рад, если бы это так случилось. Я что, позвонил этому как-то Попову, он мне, у меня пухнет зубу, вот это ремонт, я только услышал из его каши. Знаю, какие они ремонты делают. Обои наклеят в кривость, в кость вот это. У него жена косоглазая. Непонятно. Смотрит на тебя, думаешь, на потолок или в плинтус. Глаза вот так вот села. Ну покажи ее, как ты же... Вот ты же любишь ее показывать, то прикольно, ну а. Я не показывала ну, никак. Ну покажи, ну что у меня день рождения, давай. Вылетай, Попова. Мясников говорит, меня жена не отпустила. Понятно, он даже в туалет без ее спроса не ходит. Главное это, ты видала, в чем он ходит вообще? Ну что, человек любит строгие костюмы. Строгие костюмы. Это жена его одевает в этом, в бюро ритуальных услуг. Потому что у нее там любовник работает. Таня, это правда? Нет. Я про одежду? Да. Салат этот еще везде с собой таскает. Кукушкина гадость. Чего они его делают? Из чего? Из кукушки, что ли? Это что такое? Ты что, сделал его? Ну, я... Ты что, его... Ты с ума сошла, что ли? Ну, что ж... Я... Топ! Какая гадость! Я переплюнула! Мясникова хуже сделала, чем она! Я туда манго добавила просто. Фу ты, господи! А, подожди, а Питков? Питков же хороший. Питков хороший. Да. Но тупой. Да. Я ничего лучше не придумал, сказали, у меня отит, я ничего не слышу. Ну тупой, ты знаешь, как мы его называем на работе? Не хочу знать, даже нет. А я ему прямо в глаза скажу. Халк. Ну что он халкает постоянно. Нахалкается и слюни зеленые пустит, сам зеленый в зеленой луже своей лежит. Алкоголик. Халкоголик. Вот нормальный один человек у нас в коллективе, это этот наш директор Максим Ярцев. Директор у вас хороший, да, очень хороший. Я ему ради приличия, конечно, позвонил, пригласил на день рождения. Он как,
ради приличия как бы отказал. А я и рад. Сидели бы сейчас, слушали, как он это, самых низов до самого верха. Никто мне не помогал. Конечно, ему никто и не помогал, кроме его языка длинного. Он своим языком за кашу пятую точку цеплялся. Мне тетка из управления, знаешь, что сказала? Что? Она его видела в туалете, знаешь, с кем? На ушко скажи мне. С мужиком? Да! Поэтому и стал начальником. Вот, Галя, знаешь, вот если вот... Вот если они меня пригласят на день рождения, я вот принципиально не пойду. Не пригласят. Чего это не пригласят? Пригласят. Эти иуды любят меня. Я в любую, значит, сложную ситуацию могу, значит, в шутку превратить. Ой, лединка упала сейчас, а женщина придет сейчас. Максим Яричевич, анекдот хотите свежий? Встречаются два мужика. Петька с Василием Ивановичем поехали в Голландию. Тоже не туда. Я вот, знаешь, Николай, когда с самых низов на самый верх поднимался, много разных людей встречал. Но таких, как ты, никогда не видел. Я... Да. А, Мясниковы, привет, что, куда собрались? В туалет, я сам решил. Стоять. Угу. Салат забрал, угу. И домой пошли. Знаешь что, Галя, я от тебя такого не ожидала. А ты вообще, Коля? Что, что, прическа, что, ширинка расстегнута? Чего она... Чего? Меня, между прочим, Николай, диктором звали. Чего? Виктором звали его? Почему Виктором, Саш? Диктором. Виктором? Сань, почему? Диктором! А? Диктором на телевидении звали его. А, Сань, так я понял, что я сейчас пошутил просто. Я все понял. Че это? Это, ну, хорошо отметили юбилей. С днем рождения! Таня! Ты откуда здесь? Я не слышу, у меня отит, я не пролечил. Че это халк наш! Сейчас напьется, будет лежать в луже. Я не слышу. Давай, садись. Давай, наливай. Сейчас отметим. А где все? Да не важно.